Мне кажется, порою, что солдат. Мы с женой дети войны. Много горя и несчастья принесла она в нашу семью. Отец моей жены, Крамской Максим Иванович, кадровый военный, в 1944 году был заместителем командира полка самоходных орудий. 16 октября 1944 года состоялся бой на подступах за освобождение Восточной Пруссии. Полк наступал в районе укрепрайона деревни Ашкаболе. Немцы пытались обескровить нашу часть и не допустить освобождения Кенигсберга. Максим Иванович находился внутри самоходки. На подступах к деревне она была подбита немецким снарядом, но продолжала двигаться и развернулась боком к немецким позициям. Второй снаряд попал в районе бака. Самоходка загорелась и был ранен весь экипаж. Но им удалось выброситься из самоходки и, перекатываясь по земле, сбить пламя. Инициатива переходила к немцам. С автоматом в руке, раненый, он поднялся, побежал в сторону противника. Пехота побежала за своим командиром. Деревня Ашкаболе была взята. Максим Иванович посмертно за этот бой был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Похоронен Максим Иванович с воинскими почестями в деревне Ашкаболе. Мы помним его. Никогда не забудем.